злой, как собака я. Поехал сегодня копать, ребята. С утра выехал, думаю, хоть где-нибудь поставлю машину, припаркуюсь. Карантин же у нас, злостный карантин, там везде посты туда-сюда. Так, все снегом заметено, кругом все эти дороги вот так вот разгреблены основные. И все заезды в леса, все завалены снегом. Я ездил бы 1,5 часа, смотрел по всем окрестностям. Тут просто негде машину даже кинуть. Возле дороги, прям сам на самой дороге я кидать боюсь, потому что полицейненькой, они могут подъехать, посмотреть номер, ага, что я с этого самоуправления, и мне потом штраф, короче, большой выписать. Поэтому такой вот получился облом. Думаю, ну ладно, поеду я в гараж, поснимаю видосики ребятам. Приезжаю в гараж, достаю свой замечательный ключ. Сейчас мы, кстати, в гараж едем. Попытку будем открывать. Достаю свой замечательный ключ, вот этот вот, здоровый. Засовываю, открываю. Нет, не открываю, потому что замок замерз. Замерз замок, и мне не получилось ничего открыть. Поехал покупать горелку, ребята. Поехал горелочку купить. Хотя у меня в гараже находится 3 горелки. Думаю, ладно, фиг с ним, поеду, куплю новую горелку туда-сюда. Придется пораскошелиться немножко. Купил горелку. Заряжаю туда-сюда, все нормально, блин. Поворачиваю эту самую головку, вот это вот, сопло. Сейчас, подождите, подождите, машина едет. Сопло поворачиваю, и оно у меня просто, ребята, отламывается. Я так сильно надавил, и оно у меня отвалилось, отломалось. Короче, ну все, на выброс. Короче, какая не такая вот неудача. Хотел, ну, блин, отогреть хотел замок в гараже. Сейчас взял с собой спирта. Пойдем спиртом зальем, попробуем спиртиком. Все, друзья, уже подъезжаем к гаражам. Тыры-пыры, туда-сюда. Сейчас будем пробовать замок заливать спиртом, чтобы открыть гараж. Ну, поснимаем в гараже, что там, что-нибудь такого интересного сейчас поделаем. Полочки хочу сделать, фиголочки, там еще что-нибудь такое помастерить, знаете, что-нибудь такого интересного. Ну, вы видите, ребята, что происходит. Вы только посмотрите, какой беспредел творится. Опа, оп, машину носит нормально, так, нормально. Сейчас горочку подъемся. Ёпа. Ай, бардачело тут, конечно, капитально. Какие-то банки, бутылки, блин. Ай, куда ты, блин, кока-кола побежала? Злой, как собака. Попробую сначала так. Сейчас, сбежался. Давай, спиртяжка. Покажи, блин, силу. Потом, если что, еще подожжем заодно. Сосулька тут еще какая-то выросла. Нифига себе, ребята, здорово. Смотрите, как этот самый, как скифский меч. Чпок. Ну что, пробуем открывать. О, кстати, пошло получше. Почти, почти уже, ребята. Почти. Сейчас еще попшикаю. Уже что-то стало так получше как-то. Ну, что там? Брызгалка сломалась, ё-моё. Ёкалмане, ещё и брызгалка сломалась. Давай, на, открывайся. Ну. Есть, всё. Нифига себе, смотрите, какое обледенение. Увидали, ребята, просто трындец. Ай, бардак, а. Конкретный бардак. О, спиртяга вспыхивает. Вот так, как-то получше будет. Фига себе, как несет, ё-моё. Так, ну что у нас тут с топором происходит, сейчас посмотрим. Вот это красота, ребята. Замочил топор в дистиллированной воде. Вы посмотрите, что творится. Все заледенело, все обледенело. Ну как я вас отсюда доставать буду? Какой-то пиздец просто. Просто пиздец. Ё-моё. Смотрите, наш топор законсервировался. Просто полностью законсервировался, ребята. Вот такие вот пироги. Полнейший беспредел. Такие вещи надо дома хранить в такую погоду. Короче, делать буду сейчас так. Беру весь этот самый кубик вместе с копьем и с топором. Ложу сюда. Здесь у меня дистиллированная вода. Заливаю еще дистиллировкой.
Вот так вот, красота. И все это дело ставим на плиту. На плиту. Включаем. И пускай все это дело сейчас у меня тут варится будет. Вот так вот. И мне теплее, зато будет в гараже. А сейчас буду делать полочки. Вот сюда вот, видите, подготовил держатели. И сюда сделаю такие небольшие полочки, чтобы было что-то можно было, какие-то баночки, фиганочки всякие сложить. Сначала надо лед убрать, вот здесь, отсюда вынести. Не зря я эту байду с мусорки волок. Мне сегодня очень злой. Да, я сдох. Придется пилить по первобытному. Нарвался на алюминиевую планку. Так, процесс пошел. Понемножку. Придется рисковать резать без кожуха. Очень-очень аккуратно, ребята. Чтоб пальцем сюда не попасть. Вот и все дела, друзья. Всего-то делов на полчаса было. Две полочки готовы. Красота. А что бы еще поделать, сейчас подумаю. Лопатки, наверное, своего часа никогда не дождутся. Когда я уже за них возьмусь до конца, чтобы до ума довести. Все уже всегда полработы сделает, потом бросает. Все. На полпути. Такой человек, понимаете. Половину сделал и бросил. Натура такая. Есть у меня один план, как покопать нам на следующей неделе, ребята. Есть план. И мы его осуществим, пойдем копать. Я знаю, где можно в лес пробраться. Причем в нашей округе, не нарушая закон. Как-то неудачно я купил плиту. Не знаю, сколько вот уже стоит, час, да? Даже еще не закипело, ребята. Пар идет, а... Ну, кипит там что-то, вон, пузырьки какие-то булькают, но несерьезно. Должно хорошо капитально кипеть, а оно там фиг чего, короче говоря. Ну вот, видите, полочки готовы. Я доволен. Все ништяк. Сейчас эти бутылки можно... Не, бутылки эти там, пускай там стоят, а туда будут такие специальные бутылки. Вот у меня тут дистиллированная вода, видите, накуплена, это пустая. Вот, одна, вторая, третья дистиллировка для... реставрации старых предметов подготовлена, всякая байда. Замочек я немножко отморозил, ништяк. Тут все он выни, офигеть можно. Вот это да, ребята, видите, как все замерзло. Какие холода на улице стоят. Ну ладно, хватит там уже вариться, потому что там еще чистить и чистить ее. Очень много на ней ржавчины. На топоре, на ней, почему на ней, если на нем, на топоре. Вот он красавец. Начал у меня ломаться, отслаиваться. Сюда его. Да, тут, конечно, дел еще просто очень-очень много. Ржавый просто насквозь, ребята. Трындец. Я не представляю, как я его буду чистить. Просто не представляю. Почему не горячий? Странно, столько варился, даже не горячий. Ах, какая красота у меня, видите, получилась с полочками. Очень красиво, ребята. Тут у меня духовочка, чтобы сушить вещи, которые буду чистить и буду здесь высушивать. Так сказать, перед консервированием. Во, такое самое подходящее слово. Партия консерваторов. Консервация. Жди, ветер молчит, упал белый чай на дно.